Все, да, можно? Да, прекрасно слышно. Ага, все, всем еще раз добрый вечер. Большое спасибо за такую честь провести презентацию на такую большую аудиторию. Немного, конечно, волнуюсь, потому что в первый раз транслировать буду именно на такой большой формат. Вот, поэтому надеюсь на вашу поддержку, понимание. Меня зовут Александра Наумова, мне 37 лет, живу сейчас в Москве уже 4 года, родом из Ташкента, двое детишек у меня уже взрослых, 11 лет, 17 лет уже дочке. Вот, в Ubuntu меня пригласила Алла Багидаева, спасибо ей огромное. Вот, познакомились еще с ней в Gift of Legacy, но причем я там не была зарегистрирована, был там муж у меня. Вот, и чисто случайно я так начала подслушивать все эфиры, мне очень стало интересно такое вообще направление, потому что у меня был небольшой опыт в сетевом, но это было очень давно, лет 13, наверное, назад. Вот, был свой бизнес на земле, который, к сожалению, прогорел через пару лет. Вот, и последние 6 лет я была администратором в проекте «Лес и море». Это глэмпинг, такой палаточный отель на острове в Тверской области на реке Волга. Вот. И в этом году мы уже не поехали, и я решила, что я хочу по максимуму проводить время с детишками своими. Вот, муж работает в сфере ресторанного бизнеса, поэтому вот меня привела прям судьба в Ubuntu, и спасибо еще раз огромное Аллочке, с которой мы как раз вот с Gift of Legacy начали общаться, и до сих пор она мне прям как вторая мамочка, и поддерживает меня, и побуждает как раз-таки на презентации проводить в нашем чате гостевом. Как раз с помощью нее я начала, наверное, бы сама никогда бы не решилась. Вот, спасибо ей огромное. Можно начинать, да, уже тогда? Сейчас я включу свой экран. Так, скажите, пожалуйста, видно? Прекрасно, все в порядке. Ага, все. Так что сегодня у нас презентация нашего самого классного, самого доброго, просто волшебного сообщества I am Ubuntu. Это движение, которое создает изобилие в вашей жизни. Небольшое отступление. Данная презентация предназначена только для обмена информацией и не может быть истолкована как финансовая консультация. Ни я, ни I am Ubuntu не являемся зарегистрированными финансовыми или налоговыми консультантами. То есть эта информация предназначена только для того, чтобы мы вам могли дать примеры того, что вас может ожидать в нашем сообществе. Итак, за движение вообще I am Ubuntu, откуда вообще такое название Ubuntu. Ubuntu в переводе человечность, и вообще произошло это название с африканской философии, когда общины, племена объединялись, например, шли сначала к одному племени, собирали урожай, потом к другому, устроили также жилище, сначала в одном племени, потом в другом племени, в одной семье, в другой, тем самым помогали они друг другу, и получалось так, что всем было хорошо в общей сложности, да, то есть мне хорошо, потому что всем хорошо, и всем хорошо было, потому что мне хорошо. И I am Ubuntu — это подарочная деятельность с невероятным алгоритмом, встроенным таким образом, чтобы каждый мог, кто приходит к нам в наше сообщество, чтобы каждый мог насладиться изобилием. То есть это движение создано с одной лишь целью, чтобы помочь каждому участнику движения расти, добиваться успеха и, конечно же, менять жизнь к лучшему. То есть Ubuntu работает по принципу такой кассы взаимопомощи, где люди, представляете, по всему миру объединяются, чтобы помогать друг другу. То есть так не может быть, чтобы я была только богатой, да, когда вокруг все бедные. И как раз-таки вот Ubuntu — это такое добровольное объединение людей по всему миру, чтобы каждый человек, который приходит в наше сообщество, был финансово независимым и получал вот это вот финансовое изобилие. То есть идеология вот как раз вот в этом, да, чтобы помогать людям. То есть у нас такое прям мирового масштаба движение, я такого нигде не было. То есть если в бизнесе, там, да, каждый бизнесмен только переживает за собственный бизнес, за свой карман,
карман, да, а сетевой бизнес, он также, а здесь, вы представляете, то есть каждый человек, мы радуемся за каждого человека, который приходит в наше сообщество, каждый подарочек, который дарится, каждый подарок, который получается, мы за каждого человека здесь радуемся, каждый человек, который просто проходит регистрацию, у нас летят смайлы в чатах, это просто какое-то волшебство, ну вот такого я не видела нигде, поэтому I'm Ubuntu — это действительно уникальное просто движение, которое объединяет всех людей по всему миру. А в нашем движении вы также получите не только финансовые подарки, но и совместное создание изобилия. То есть нам важно, чтобы каждый человек, который приходит к нам в сообщество, дошел до получения подарочков. По-другому здесь не может быть никак. А также, конечно, здесь у нас вы получите саморазвитие. Сейчас у нас запустилось на этой неделе просто колоссальное обучение, такая школа от высококлассных спикеров, которые просто мастера своего дела, которые знают, о чем говорить, знают, где брать партнеров, да, как рассказывать, как доносить информацию о нашем сообществе. То есть здесь идет прям мощная прокачка, то есть я бы сказала даже, что подарочные... Подарки финансового, да, плана – это такой как бы бонус, потому что здесь настолько вы получите развитие, личностный рост, а также, конечно, радость и благодарность, потому что мы сюда, когда приходим, мы, во-первых, дарим первый раз, когда подарок незнакомому человеку, мы, конечно же, испытываем вот эту радость. А когда мы получаем подарки от 8 человек, которых вообще никогда не видели, которых мы не знали, мы просто испытываем такую благодарность от всего сердца, да, запускаются вот эти вот вибрации, поднимаются, запускается вот эта волна подарочная во Вселенную, и, конечно же, мы получаем обратно во много раз больше. А движение в Ubuntu, то есть у нас подарки передаются непосредственно от человека к человеку. Что же это значит? То есть представляете, что у нас здесь нет рисков вообще, то есть они не только просто сведены к минимуму, их просто нет, они отсутствуют. Я впервые вижу, да, такое, то есть мы очень много потеряли в бизнесе, в сетевом, сколько было продаж, это просто адские, я как вспомню, как мы с этими каталогами бегали постоянно, у меня, мне кажется, до сих пор лежит что-то с Oriflame, были, конечно, на моем пути инвестиции, там тоже потеряли около 4000 долларов, а здесь, вы представляете, вы приглашаете людей туда, где нет рисков совсем, вот просто совсем нет рисков, потому что у нас нет денег на сайте вообще, ни один рубль не заводится на сайт, то есть у нас есть интерактивный веб-сайт, дорогой веб-сайт, в который было вложено очень много денег инвесторами, которые потрудились, у нас очень красивый сайт, но на нем нет денег вообще, то есть сайт создан только для того, чтобы видеть, во-первых, пройти регистрацию на сайте, чтобы генерировать ссылочки для того, чтобы вам уже потом приглашать людей в наше сообщества, ваших партнеров, а также, чтобы вы видели, на каком этапе вы находитесь, кому дарить подарки, и потом, конечно, кто вам будет дарить подарки по мере движения по доскам. Вот только для этого создан наш интерактивный сайт. То есть у нас не бизнес, у нас не сетевая компания, представляете, у нас нет даже продукта, мы ничего здесь не продаем, мы не вкладываем деньги, мы не даем их в долг, мы здесь дарим от всего сердца и получаем 8 раз больше, просто с благодарностью в ответ, 8 раз больше подарочков. Поэтому мы вне политики, у нас, то есть мы в правовом поле, в легальном поле, потому что подарочная деятельность не запрещена ни в одной стране мира. То есть, представляете, вообще риски отсутствуют, куда ни посмотри, везде только одни плюсы, то есть поэтому сюда не стыдно звать людей, не стыдно приглашать в такое сообщество, потому что мало того, что здесь условия очень простые, один-единственный раз вы дарите подарок от всего сердца, из своего кармана, единственный раз достаете денежку из семейного бюджета. Дальше подарочки будут переходить только из подаренных вам, да, в дальнейшем я покажу, как выглядят доски и как идет движение по этим доскам. Существует на платформе всего 6 досок: медная, бронзовая, серебряная, золотая, платиновая и алмазная. На досках есть 4 статуса: даритель, строитель, гид и легенда. Даритель – это человек, который на данный момент, да, когда вы только регистрируетесь, встаете на доску, вы занимаете статус дарителя, то есть вы дарите подарок. Дальше переходите на строителя, гида и легенда. Легенда – это человек в центре доски, на момент
на этой доске, да, в этот момент он принимает все подарочки. То есть вы всегда начинаете путь с дарителя, и по мере движения по доскам вы получаете статусы уже последующие, и так всегда на каждой доске одинаково. Секундочку. Путешествие по изобилию. Во время путешествия по доскам, вы представляете, вы всегда будете получать подарки. Не один раз, не пять раз, не десять. Вы постоянно будете получать подарки. То есть это вечный цикл движения денежных подарков в системе. Где вы такого видели? И когда завершатся процессы дарения, то есть за один только круг, начав с первой доски, дойдя до последней бриллиантовой доски, вы получите, внимание, 217 тысяч долларов. Вы представляете, это больше 12 миллионов. Больше 12 миллионов, если посчитать это в рублях. То есть даже если вы один раз за год будете проходить все доски, да, все шесть этапов, представляете, это больше 12 миллионов долларов, рублей. Что такое USDT, да, почему у нас мы пишем всегда USDT? USDT – это цифровой доллар, и один USDT равен одному доллару. И так как у нас мировое сообщество, поэтому доллар как общепринятая валюта, поэтому мы вот считаем так и пишем всегда USDT, но чтобы вы понимали, что это в долларах. По России, конечно, мы дарим в рублях, но уже более большие подарочки мы дарим, конечно же, в криптовалюту. Вот, то есть мы с вами запускаем самое масштабное движение к изобилию в вашей жизни. Итак, начинаем. Да, вот так вот выглядят наши доски. То есть вы проходите регистрацию. Регистрация у нас только по пригласительной ссылке. То есть нигде на просторах интернета вы не сможете взять какую-то ссылку и пройти по ней регистрацию. Ссылочка у нас активна всего лишь 20 минут, поэтому человек, который вам рассказал про Ubuntu, у него вы берете ссылку, проходите регистрацию. Регистрация, кстати, простая, занимает буквально 5-10 минут. Никаких паспортных данных вводить не надо, никакие номера карт. То есть все очень просто, элементарное, да, все, что от вас требуется, там пользователи Телеграма, номер телефона, почта, и придумать себе ник и пароль. То есть мы начинаем свое движение, большое движение по доскам нашего изобилия с бронзовой доски. Вы после регистрации, вы заходите на бронзовую доску и занимаете статус дарителя. То есть вы занимаете, смотрите, доски всегда 15-местные. 7 из них всегда заняты. То есть когда бы вы ни зашли на доску, 7 из этих мест всегда заняты. В центре стоит человек, у которого статус легенда. Это человек, который на данной доске, на данном этапе принимает подарки от дарителей. Рядом слева и справа стоят гиды. Рядышком с гидами, тоже по левую и по правую сторону, стоят строители по 2 человека. И уже вот здесь 4 человека, и здесь 4 человека, это будут как раз дарители. То есть доска должна заполниться 8 дарителями. То есть нам каждый раз, когда мы встаем на доску, наша задача постоянно двигаться к центру, потому что в центре стоит человек, который принимать будет подарки. Поэтому со статуса дарителя мы постепенно-постепенно будем переходить к центру и уже доходить до нужного нам этапа. Итак, вы заняли место дарителя, нажимаете на центр доски, на легенду, там будет кликабельный никнейм, вас перебросит в личное сообщение в Телеграме, к этому человеку, к легенде, и вы пишете: дорогая моя легенда, я от всего сердца хочу тебе преподнести подарок $100, куда бы тебе удобнее было бы его принять. И человек вам отвечает с благодарностью, просто с радостью, да, с открытой душой, вам присылает свои реквизиты карты, то есть у нас нет никаких платежных систем, вы не вносите эти деньги на сайт или кому-то на счет, нашим основателям, то есть нет, вы этот подарок переводите лично человеку, он вам дает реквизиты своей личной карты, либо номер, к которому привязана эта карта, и вы уже лично ему, то есть, представляете, здесь только 2 человека коммуницируют друг с другом. Вот еще один плюс того, что здесь не может быть никакого скама, здесь не может быть никакого закрытия нашего сообщества, да, как некоторые там могут говорить, пирамида, не пирамида, это единственное то, что, да, является тем самым как раз доказательством, что не может быть никакого закрытия, обмана, скама, да, и так далее, потому что только 2 человека коммуницируют друг с другом, и подарок переводится от дарителя к легенде.
Итак, когда вы отправили свой подарок, человек, который находится в статусе легенда, подтверждает вас, то есть он принял от вас, получил от вас подарочек, заполняется доска. Вот на этом этапе, когда вы подарили подарок, у вас генерируется ссылочка. То есть вы можете свою ссылку дать уже людям, которых вы видеть хотите, в своем сообществе, в своей команде. То есть вы даете и делитесь информацией, рассказываете про такое классное движение, что есть такое сообщество, вот с такими элементами, элементарными двумя, да, условиями, и такие возможности перед ним откроются. Вы даете ссылочку людям. Если у вас есть больше двух, пожалуйста, это только приветствуется. Я думаю, что вас потом будет не остановить, потому что тех, кого вы зовете в наше сообщество, вы им также хотите добра, вы им также хотите финансового благополучия, благодарности, да, чтобы они здесь получали и естественно, обучение и саморазвитие. То есть всем, кто находится на доске, они имеют право как раз-таки тоже приглашать. У них у всех генерируется ссылка, кроме легенды. То есть все люди работают, все рассказывают про сообщество, делятся этой информацией. Заполняется доска 8 дарителями, то есть вот с этой стороны, и с этой стороны заполняется 8 человек. То есть каждый из них пишет легенде, которая находится в центре вашей доски, и связывается с ним, и делают подарки. 8 человек дарят легенде по $100. Как раз легенда с этой доски на выходе получает 8 раз по 100, это $800, и уходит дальше на следующий этап, на следующую доску. А доска закрывается и делится на две равные части. Вот если посмотреть, то можно представить, что доска имеет, так можно сказать, два полушария, либо два крыла. Вот мне нравится, что она похожа так больше на бабочку. То есть имеет такие два крыла, совершенно параллельные, идентичные друг другу. То есть, когда доска разделяется, появляются две новые легенды. Вот эти два гида уходят на две свои доски в статусе легенда. Вот эти вот строители разделяются к этому человеку на доску, встают вот так вот с двух сторон, как вот эти вот были. Эти строители становятся на своей доске вот с этой вместе легендой по обе стороны. И дарители также разделяются и становятся в статусе строителей по обе стороны. То есть получается две новые доски с двумя новыми легендами. То есть вы переходите на следующий статус, вы становитесь в статус строителя, то есть вы уже на шаг ближе к центру доски. Происходит то же самое. Маркетинг вот здесь вот настолько, я бы даже не сказала, что это маркетинг, да, но вот движения по доскам настолько просты, алгоритм сам настолько простой, то есть на каждой доске происходит то же самое. Вы заходите на доску, делаете один раз подарок, доска заполняется дарителями, вы переходите на следующий статус. Дальше происходит то же самое. Вы делитесь опять информацией. Ваши люди зовут новых людей. Происходит постоянное, да, постоянное общение с людьми, постоянная коммуникация. Почему мы говорим, что сообщество Ubuntu – это про людей, это социальное сообщество, в котором мы просто здесь общаемся и каждого хотим привести к финансовому изобилию. Поэтому вы со статуса дарителя уже переходите при разделении доски, то есть встает новая легенда, да, вот здесь вот опять же 8 человек дарят новой легенде 8 подарочков по $100. При разделении доски вы переходите на следующий шаг и занимаете уже позицию гида. Все, вы в шаге просто от легенды. Опять же, да, происходит все то же самое. Опять наши люди приглашают людей. Люди наших людей приглашают людей. А с бронзовой доски, возможно, перемешка с другими ветками. То есть мы можем вообще не знать людей, которые стоят на доске, но у нас есть возможность создать чат и общаться в чате с этими людьми, как у них дела идут, как можно помочь этим людям. А где-то, может быть, созвониться, да, с кем-то, кто-то, может, не умеет грамотно рассказывать про сообщество Ubuntu. То есть идет постоянная коммуникация людей. Вы становитесь на гида, да, заполняется опять доска дарителями, опять новая легенда получает 8 подарочков по $100, на выходе получает 800 и уходит на следующий этап. Дальше самое интересное, то есть вы становитесь в статус легенды. Мы вас поздравляем, теперь вы легенда. И представляете, теперь 8 человек, возможно, совершенно незнакомых вам, возможно, с другой страны, с других городов, пишут вам уже в личное сообщение: дорогая моя легенда, я хочу от всего сердца преподнести тебе подарок $100, куда бы тебе удобнее было его принять. И вы уже теперь отправляете этим людям свой номер карты, свои реквизиты, куда они вам лично переведут свои подарочки. Представляете, как это круто? То есть вот так вот работает
работает у нас система, вот так вот работают у нас доски. То есть вы здесь получаете 8 раз по 100 долларов и переходите на следующий этап. Дальше, вот смотрите, как интересно, мы на этом можем остановиться. То есть вы должны себе задать вопрос, сколько стоит ваша мечта. А если ваша мечта стоит всего лишь 800 долларов, да, сколько примерно это? Около 50 тысяч, ну, где-то 52 тысячи. Ну, что можно купить, да, на эти деньги? Скорее всего, ну, не то, о чем бы вы мечтали, да, не то, к чему вы стремились всю жизнь. Поэтому я думаю, что здесь... нужно идти дальше, тем более, когда вы понимаете, что перед вами открываются следующие доски, я думаю, что здесь нецелесообразно останавливаться, но даже это вы можете сделать, то есть вы можете просто не идти дальше, если вам хватит, если ваша мечта стоит всего лишь 800 долларов, но мы сюда пришли, я думаю, что каждый из вас сюда пришел точно не за 800 долларами, да, поэтому мы хотим двигаться, идти дальше, и перед нами открывается серебряная доска, а на серебряной доске вы также занимаете статус дарителя, но здесь ваш подарочек со ставит уже 400 долларов, но эти 400 долларов вы дарите не из своего кармана, а из тех, подаренных вам на бронзовой доске, то есть вы на бронзовой доске получили 800 долларов от 8 человек по 100, и вот из этих 800 вы уже берете 400 и заходите уже на следующий этап, на следующую серебряную доску. А здесь вы дарите подарочек также легенде, вы пишете, дорогая моя легенда, и дарите подарок 400 уже долларов. Происходит все то же самое, то есть все повторяется, все одно и то же на каждом этапе, на каждой доске. Заполняется доска дарителями, также 15 мест, да, гиды, строители, легенда, совершенно другой человек только, возможно, опять незнакомый вам, с другой, возможно, вообще команды параллельно, с которой вообще незнакомый, и с другой стороны, возможно. То есть вы дарите 400 долларов. Происходит то же самое. Человек, который в легенде, он уже получает 8 раз по 400 долларов, и на выходе получается у него 3200. То есть вы также, разделяется доска, вы переходите на следующий статус, да, и через 3 шага вы доходите до центра доски, и здесь вам уже 8 человек дарят по 400 долларов. И вот здесь вот начинается то же самое интересное, перед вами открывается, то есть когда вы получаете подарочки свои, перед вами открываются вечные доски. Вы можете еще раз теперь вернуться на бронзовую зайти доску. То есть из 3200 вы можете взять 100 долларов и подарить еще раз теперь на бронзовой доске. То есть вам открыта уже вечная бронзовая доска. И представляете, как классно, когда вам могут написать сегодня, например, дорогая моя легенда, я хочу тебе сделать подарок 100 долларов. А через 2-3 дня вам напишут, дорогая моя легенда, я хочу тебе подарить 400 долларов. То есть у вас уже две доски в работе. И это только начало. То есть опять же, на этом этапе вы можете остановиться, если ваша мечта стоит 3200 долларов, но перед нами открывается следующий этап и следующая возможность попасть на золотую доску. То есть из 3200 вы берете 1600 долларов и дарите, заходите на следующую доску, перед вами открыта золотая доска. На золоте, да, вы дарите легенде 1600 долларов, и также происходит движение, через 3 шага вы занимаете место легенды и встаете в статус этот. И уже вам 8 человек, незнакомых вам, уже пишут такие прям душевные сообщения и подарки, их составят уже 1600 долларов от 8 человек вам. И на выходе вы здесь уже получаете 12800. И опять же, самое интересное, что перед нами открывается вечное серебро. И также вечные бронзы тоже у нас в работе. То есть у нас уже 3 доски с вами в работе. И, возможно, уже бронзовую доску вы можете уже пройти 3-жды. Дважды, да, но без разницы, то есть у вас уже 3 доски в работе, и каждый раз вам дарят подарки от 100 долларов, да, до 1600 долларов. И перед нами следующая открывается доска, платиновая доска, то есть после прохождения, да, смотрите, как здесь здорово придумали организаторы, как здесь все продумано, то есть нас прям подготавливают к этим подарочкам. Да, направление новое, дарение, не каждый привык к этому, да, мы привыкли, как зарабатывать деньги, то есть либо иметь бизнес, либо в каком-то сетевом что-то, опять же, продавать, либо инвестировать, ну, там просто огромные риски.
либо там ходить на работу, да, и в найме на дядю работать. Но такое направление, именно дарение, конечно же, для многих, ну, просто в диковинку. Поэтому нужно, конечно, объяснять, откуда здесь, да, берутся такие суммы, такие миллионы, потому что не для всех это понятно. Вот, и поэтому, конечно, нужно знать алгоритм, откуда вот мы переходим. И здесь так здорово придумано, что мы привыкаем к этим суммам, потому что подарить, да, даже $1600 незнакомому человеку, ну, не каждый сможет, да, там подумать, ну, как это я незнакомому человеку подарю такую сумму большую. А здесь нас прям постепенно, начиная с самой минимальной суммы, да, прям готовят постепенно, вот мы прям привыкаем, во-первых, и дарить большую, да, сумму от меньшей к большему, и получать тоже, потому что получать подарки тоже, оказывается, не каждый может, и не все готовы к таким большим суммам. Поэтому перед нами открывается платиновая доска, следующий уровень. На платиновой доске вы также занимаете статус дарителя и дарите здесь уже подарочек $5000. Конечно, сейчас у многих, может быть, это не укладывается в голове, такие большие подарки дарить и такие большие подарки получать, но поверьте, когда вы поймете, что подарив один раз $5000, вам вернется 8 раз больше, и это многократно, да, это непрерывный такой поток, непрерывное вообще бесконечное движение денежных подарков в системе АМУБУНТУ. Поэтому, подарив однажды $5000, через 3 шага вы занимаете статус легенды, и дойдя до центра доски, вы уже получите здесь от 8 человек, незнакомых вам, других стран, уже 8 раз по 5000, и на выходе составит общая сумма $40000. И следующий, последний этап наш, да, последняя наша бриллиантовая доска. Мы со своей командой держим вот туда путь. У нас прям это наша цель. И вот Алла как раз-таки, когда меня сюда позвала, потому что мы с ней до этого тоже были в другом проекте, и она мне сказала: Саш, это последнее, куда мы с тобой идем, потому что мы должны с тобой дойти до бриллиантовой доски. Мы обязательно с тобой туда дойдем, потому что как раз вот эта сумма и как раз-таки позволит нам, что такое, да, вообще Убунту, вот для меня это свобода, и как раз вот бриллиантовая доска, как раз мне кажется, это вот и будет той свободой, поэтому я желаю всем, чтобы хоть один раз каждый из вас дошел именно до бриллиантовой доски, да, потом уже, конечно, останавливаться никому не захочется. Итак, заняв позицию дарителя, ваш подарок составит легенде $20000. А на выходе, пройдя 3 этапа, да, ваш выход с этой доски составит $160000. Ну, ребят, это, я не знаю, где это такое возможно, я не знаю, в каком бизнесе это возможно, про сетевые я вообще молчу, как бы сколько нужно продать продукции, какую там тысячные нужно сделать структуры, да, ЛТО только какой должен быть, чтобы заработать вот такие вот деньги. А деньги – это энергия, и здесь вот как раз наряду с тем, что у нас деньги, подарки, да, равно доброта, благотворительность, изобилие, то есть как раз вот у нас в этом равенстве идет. Знаете, одна женщина в моей команде, она сказала, что: Саш, я сюда пришла не за деньгами. Если бы на первом месте бы здесь стояли бы деньги, я бы ни за что бы сюда не пришла. Она пришла сюда на философию, на идеологию как раз вот этой доброты, духовности, да, вот этой душевности, потому что мы как раз на своих презентациях тоже транслируем то, что мы благотворительное движение. Мы не занимаемся здесь бизнесом, мы не хотим здесь, да, какие-то построить многомиллионные структуры для того, чтобы с них что-то поиметь. У нас даже нет реферальных бонусов. То есть за человека, за каждого мы не получаем здесь ни копейки. Мы хотим лишь только показать возможность, которая открывает перед нами наше сообщество. И вот эта вот идеология многим заходит. Представляете, сюда многие люди приходят даже не из-за денег. И подарки у нас получается как бы бонусом таким является. Итак, если подвести итог по доскам, то есть смотрите, у нас постоянно с вами 5 досок в работе.
постоянно, бесконечно, нет ограничений вообще. То есть вам никто не скажет: так, стоп, на бронзу хватит тебе ходить, или на серебро хватит заходить, уже там достаточно. То есть такого не будет никогда. Вы представляете, вот мы как запустили это движение, бесконечное движение подарочных средств на платформе, вот оно так и будет, пока там, не знаю, вам, наверное, не надоест. Но мы можем же свои кабинеты оставить в наследство нашим деткам, нашим внукам. Вот, поэтому здесь я думаю, что никто не захочет останавливаться, потому что у нас с вами у всех есть родные и близкие, которым мы также можем помочь. Поэтому, если да, вот подводить итог, то у нас всегда в работе бронзовая доска, серебряная доска, золотая доска, платиновая и бриллиантовая доска. То есть вы всегда будете получать на бронзовой доске $800, на серебряной доске $3200, на золотой доске $12800, на платиновой доске $40000 и на бриллиантовой доске $160000. То есть вот эти $217000 посчитаны только за один круг, не считая, сколько вы раз, дойдя до бриллианта, вы можете бронзы пройти. Но там, я думаю, больше 10 раз. Сколько раз вы можете на серебряной доске прокрутиться, да, на золоте, на платине. То есть это постоянное движение денег, вам постоянно будут приходить сообщения о том, что вам хотят люди преподнести подарки только в разной сумме. То есть у вас бескончаемый будет Новый год, дни рождения, праздники, день матери, не знаю, день сестры и так далее. То есть постоянно будут у вас праздники, и вам постоянно будет хотеться благодарить людей, потому что эти подарки заряжены как раз-таки добротой, любовью, отзывчивостью, да, и они как раз-таки поднимают вот внутри нас вот эти вибрации, потому что в бизнесе, когда приходят деньги, это совсем другая энергия. И когда приходят подарки, я когда помню, первый раз дарила подарок на бронзовой доске, мне муж сказал, мы были еще на улице, время уже было, наверное, 11 ночи, и мне муж говорит: я так радовалась. И он мне говорит: такое ощущение, как будто ты получила миллион, а я наоборот подарила. Но у меня было столько просто эмоций, у меня столько было восторга, а сколько я получила хороших слов, хороших добрых слов, да, в честь там меня, в сторону моей семьи, моих детей. Столько было сказано очень добрых слов. То есть я понимаю, что, возможно, мой подарок решил какую-то проблему этого человека. Представляете, вот как у нас заряжены здесь подарки. То есть каждый ваш подарок, возможно, действительно решает проблемы. Кто-то заплатил за кредит, кто-то что-то себе купил, что не мог до этого позволить купить, кто-то что-то купил своему ребенку, который там у него просил, а он не мог до этого позволить. И вот ваш подарочек, возможно, закрыл у какого-то человека вот прям какую-то вот маленькую, да, но мечту, какую-то маленькую хотелку. И это же так круто, когда вы в ответ получаете вот такую вот благодарность. Но смотрите, самое интересное, что, то есть у нас считается, что движение начинается с бронзовой доски, да, со $100. Но даже у тех, у кого нету этих $100, да, потому что разные ситуации. Сейчас очень такая, да, ситуация в мире. И даже для этих людей наши основатели, огромное им спасибо, они запустили вот такие вот доски, где ваш подарочек может составить всего $25. То есть здесь можно начать движение не со $100, да, то есть если у вас нет возможности сейчас и $100 некомфортная для вас сумма, вы можете начать движение в нашем сообществе с турбодоски. Турбодоска у нас семиместная, и ваш подарочек составит $25, и на выходе вы также получите $100. То есть она проходится всего лишь один раз, только для того, чтобы саккумулировать как раз на выходе вот эти $100 и уже начать движение с бронзовой доски. Ну вот еще один сюрприз. Но даже если у вас и $25 нет, всякое, да, бывает в жизни, мы все люди, у нас у всех свои проблемы, у нас у всех свои какие-то трудности финансового плана, кредиты, ипотеки и так далее. Даже здесь нам пошли навстречу и услышали нас, наши основатели, и сделали такую расконочную доску, медная доска она называется, где ваш подарочек и начало движения в нашем Ubuntu всего лишь составит $12,5. Ребята, это даже меньше 1000. Это всего 800 рублей по нынешнему курсу. То есть начав всего лишь даже с 800 рублей,
рублей можно открыть дверь вот в такое вот изобилие по доскам. То есть вы на медной доске, то есть продолжается все то же самое. Вы приглашаете, заходите первый раз, дарите подарок, да, потом у вас получается активная ссылочка, вы приглашаете людей. Через три этапа, через три шага вы становитесь в легенду и получаете уже 8 раз по 12,5, а на турбе там 4 дарителя будет по 25. То есть в итоге вы на выходе получаете вот эти $100, с которых вы на бронзе уже начинаете свое движение. То есть представляете, если нет возможности, вот даже, да, в этой ситуации для нас сделали все, вот просто двери нашего сообщества открыты для всех, даже для тех, кто на данный момент не может себе позволить начать движение со $100. Итак, мы прошлись по нашему алгоритму, да, и теперь как же присоединиться к нашему сообществу? То есть, во-первых, вы должны поблагодарить человека, который показал вам эту презентацию, либо человека, который рассказал вам про наше сообщество и позвал вас на презентацию. Вы должны, конечно же, принять решение вступить в наше сообщество, потому что это сообщество доброты, это благотворительное сообщество, где нет бизнеса, где нет никаких подвохов, где люди просто объединяются. Представляете, взявшись за руки, мы каждый из партнеров нашего сообщества просто хотим помочь вам. Мы хотим просто дать вам, показать эту возможность, что вот один раз, подарив подарок и пригласив сюда двоих человек, перед вами открываются вот такие вот возможности. Вот такие возможности бесконечно с нами летать, ходить, двигаться по доскам нашего изобилия. Конечно же, зарегистрировать аккаунт в Telegram, если его нет, сделать себе никнейм, потому что именно с этим мессенджером мы работаем, и при регистрации вам обязательно понадобится аккаунт в Telegram, потому что как раз-таки, заходя на доски, именно никнейм Telegram кликабельный, то есть чтобы с вами потом связывались люди, и вы знали, кому дарить подарочек. Зарегистрироваться на сайте нашего сообщества, да, получить ссылочку и пройти регистрацию. Получить статус дарителя, то есть, да, вспоминаем, что вы, зайдя первый раз на доску, вы всегда занимаете статус дарителя, и потом уже через три шага вы уже становитесь легендой и получаете подарочки. И, конечно же, подписываться нужно на наши официальные каналы нашего сообщества, чтобы не пропустить информацию о ближайшем обучении, о ближайших трансляциях, да, презентациях и так далее. Поэтому мы будем каждого рады видеть в нашем уникальном движении. Приходите, не бойтесь пробовать. То есть человек, который вас пригласил, он настолько желает вам добра, то есть вы должны прям поблагодарить с низким поклоном этого человека, что он вам дает такую возможность. Потому что, еще раз говорю, сюда не стыдно звать людей. Мы зовем их в движение, в котором нет риска вообще, где можно начать даже с 800 рублей, начать движение вот такой вот к вечному потоку финансовых и денежных подарков. Вот, поэтому мы каждого будем рады видеть в нашем сообществе. Двери Ubuntu открыты для всех. Главное вам принять решение, разобраться, да, потому что здесь нет обмана. Здесь каждый человек хочет, чтобы вы, да, увидели здесь свое что-то, свою уникальность, да, потому что, ну, такого сообщества я не видела нигде, бывав, да, там в разных тоже направлениях, которые на рынке есть. Поэтому за дополнительной информацией о нашем сообществе, конечно же, обращайтесь к людям, которые вам рассказали про нашу Ubuntu, чтобы получить как раз ссылочку для регистрации, и будем рады видеть всех в нашем сообществе, в команде, в лидерах, да, на лидерском составе, на презентациях, на встречах на разных. Кстати, мы с Андреем Шель тоже виделись лично. Он приезжал в Москву, и нам прям удалось побывать на этой офлайн-встрече. Тоже огромное спасибо. Лично пообщаться, познакомиться, увидеться. Вот такая вот презентация. Надеюсь, было всем полезно, всем понятно. Да, спасибо огромное еще раз за возможность выступать. Вот, надеюсь, что
хотя бы кому-то понравилось, да, хотя бы кому-то дошло именно наша философия, наша идеология, которую мы несем в нашем сообществе по алгоритму. Надеюсь, тоже было все понятно. Вот, в принципе, здесь иногда вот кто-то говорит, я не умею рассказывать про Ubuntu. Да здесь, в принципе, рассказывать не о чем, да, потому что нужно просто донести философию, а алгоритм, он проще простого. Условия простые, просто два условия минимальных, с которым справится любой человек. Вот, но главное, чтобы у вас была цель, и уже с этой целью вы знаете, как двигаться. Вот. А пригласить сюда людей не составит труда, потому что вы даете людям возможность, а их уже, ну, они уже сами принимают решение, подходит им такое или нет. Потому что, да, направление новое, конечно, вот, и не каждому, возможно, оно подходит. Вот, поэтому всех будем рады видеть.